Вот кто не умеет объезжать ямы, тот бортирует колеса. Да, да, это тоже как это, акт обучения, или как это сказать? Да. Элемент. Это тоже элемент науки езды, правильно? Подсоединяй. Давай теперь этот попробуем. Да, асфальт мялся, смотри. Настолько горячий. Последние жаркие деньки. Так, а ну давай прикинем. О, все. А этим будет легче, понял? Смотри. Только сейчас вот это по хлопцами за. Да, и пробуем. Пойдет он вверх у нас? Пошел, пошел вверх. И теперь смотри. Что-то, что влезет. Влазит? О, а ну пробуй. И теперь пойдет легче, гораздо легче. Ну понял, гидравлический лучше, чем механический. А я механическим еще типа и подстрахую чуть-чуть. Или я мешаюсь только? О, эффективно поднимается. Поставили 215-ю. 205-я была, но запаска, вот она, 205-я. Она мне казалась здоровезной. Впереди 195-я. Ну и сняли мы отсюда 195-е. Как бы будет повыше клиренс, будет помягче, я не знаю, насчет устойчивости сейчас проверим. Ну, короче, круть. Ставим. Наездница его убили. Надеюсь, наездница нам его и платит. А платят по-любому. Или отработают. Такое дело. Получается, что... Ну, или спонсор сейчас приедет, да, наш? И отремонтирует. Ну, короче, это все не важно. Важно, короче, как я ездил. Вот это одно колесо. Это то, что яму не заметили острую и бабухнулись. А вот это самый жир, да? Какой? Какая сторона? Сейчас покажу. Не знаю. Такс. Вот как будто бы. Вот это, да, сторона? Какая? Подожди, подожди, подожди. Перекину, сейчас покажем. Давай, перекидывай его. Тю. Короче, нет. Вообще порванное было в хламидник. Сейчас, сейчас найдем. Короче, вот тут она ободе. Да, короче, вот тут на ободе полностью разорванная. Оно ездит, она качанная, все. Ну да, да, потому что сейчас посмотрим. А ну покажем, покажем. Ай. Во. Вот она. Да. Нет, да. Это не совсем. Подожди, она. Вот оно. Ну да, как? Да, да, да. Жирно. Кайф. С такой трещиной ездили. Балдежно. Не, ну что, ездили, классно. Ну да. Слушай, она как упадет на эту машину, будет прикольно. Не, ну смотрю, люди круче ездят оно. Люди, оно как ездит. Это, видать, на пустом добирались. Вот. Ну, да, есть декор-то, как я люблю. Видать, все-таки обнищал народ, да, начинает ездить, как я, до полностью в хлам вырабатывать колеса. Так зато их не жалко, да, когда кто-то куда-то влетел, порвалось и все. Ты насобирала 4 машины, ну пропускай еще вот ту теперь. Слышь, ну здесь здоровые колесища, ты что меня прикалывают? 215-й, короче. Тютя в тютю вообще проехала. Садись, наверное, вперед вот туда вот, короче. Только, ага, видно тебе зеркало? Давай, 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 вперед, вперед, вперед. Жесть. Только хотел за большие колеса рассказать, в итоге обосрался от такой езды. Да, вроде проедут, а ты потом назад сдашь, да и все. Короче, в оригинале тут 195, 205 я пробовал ставить. И что, не? Да что за фигня? Встретились две эти. Да, да, встретились блондинки две. Крашеные, да? То есть, на самом деле, блондинки, но перекрашенные в брюнетку. Что, такие колесища. Задние поездил 2 дня, нигде не затирает. Потом поставил такие же самые передние, потому что застряли в песке. Теперь клиренс вообще громаднейший. Вот такой. У некоторых кроссоверов меньше клиренс. Впереди сейчас такой же. Так, нацепил большие колеса и теперь решил понять. Не, не, тут точно тупик, тут для гаражей. А вот он не тупик. Грузовой тут проезжал. И тут и дом проедет. Да? Классно. Большие колеса. А привет, Дэн, это я. Было нема на UMC набрать. А где ты именно? Куда ехать? Я уже освободился.
Это самый центр, где остановки все, да? Шопы, я вообще не выеду никуда. Все, хорошо, доеду. Ну, наверное, где Мегаспорт и туда вот тут вот, дальше, чтобы остановиться было удобно. Тут не уверен, что пролезем. А тут, по идее, пролезем. Как штурман пошел вперед выяснять. Ну, вот наша тропинка, тут и проедем. Это у меня знакомый этот закодировался, это вшился какую-то фигню. И не бухал лет 5, да? Да, да. Ну и получается, короче, он даже боялся там квас пить, кефир, ну если так много, наговорили. А, это самовнушение, но на самом деле еще не говорили. Разгончика чуть-чуть. А потом, короче, вот этот, он приходил в гараж, снял машину. Ну, сзади тропинка туда и выйдем. И мы вот ностальгировали, вспоминали, как раньше гуляли, куча себе. Да, за шею лучше всего. Да, чтобы он не газовал за шею. Пока! Поехали домой. Ну, побыстрее, чем Илья. Ну, я ему вчера давал на мопеде кататься нормально вроде. 50 кубиков не сравнить с 250 или сколько там. И вода тоже, когда быстрая скорость, больно. Ну, все равно классно. Такой он решил ее удивить. Ты понял? Илья такой аккуратненько, он такой чик-чик для себя чисто. Понял, что оно такое? Ого! Да, Катя запомнится из надолго. Смотрите, сейчас сам приплывет. А что было, скажет. Я же говорю, высадись там на мели ее, да и все. Прикинь, сам приплывет назад. Еще есть вроде. Все, теперь придется каждый день ездить катать всех по очереди. Во все обидятся. Ты видел, как у него жилет сполз? Это жена уцепилась. Да, это Катя уцепилась. У него жилет аж перекошенный, так в него вцепилась. Жилет аж перекошенный. Да мне пофиг.
Наташа, нет! Ну, Наташа, посмотри сюда. Одной рукой! А другой рукой! Да, вот так. Резко не ржи! Наташ! Наташ! Бля, она ему вот так засунула. Тут наверняка. Если падать, то умеешь, да? Если падать, то умеешь. Пока аккуратно вроде. Капец ей. Капец ей? Не, ну видишь, он аккуратнее, чем тебя, не знаю. Да. Я говорю, она этой рукой, она может и отпираться, когда мы туда. И ногами надо. Она сейчас выкупит, походу. Как его душить? Что, страшно? Да я ему Костя, Костя твою! Я тебе не Костя, не руки. Ты теперь Костя. Сейчас, понимаешь? Я настолько сильно орала, потом я просто такую ручку сделала, подумаешь, и плечами. А, ну он сейчас наблатыкается, слышишь? Какой раз? Будет асом. Вот это так вот со мной же делал. Ну, такое вот с тобой делал, негодяй. Они до него доплывут назад? Доплывут. Можно только для людей. Ну, теперь уже интереснее, да? Ну, прямо. Я не знаю, был бы второй мотоцикл, можно бы их подобрать. Он ее на сягу чешет? А? Он ее походит. Не, ну он заглох, он же ключ. Я покатаю нижней. Ничего, экстримчик, классно. Необычное катание получилось. Я сейчас выпаду, я... Ты счастлива, что ты так не выпала? Ну, видишь, тебе еще хорошо, тебе повезло. Интересно, вот Паша на эмоции посмотреть. Куда мне? Наташа. Сейчас ее забудет. Не, первая Наташа залезла. Ты сейчас можешь в Вику попасть. Ну, порядочек, поехали. Ну что, счастливые лица, а что? Ну чуть-чуть красная, Да-да. Ну а как ты хотел? Это мама. Она осторожно катается. Вот так вот. Берите пример, правильно, дети. Как надо кататься. Так, папа, а ну не страдаем, не страдаем. Не надо маму пугать. Ну ладно. А он сейчас перехватит, скажет, так, ты же не надоело, короче, давай газу добавляй. Включай вторую передачу. Ничего, пусть привыкает. Да, конечно, привыкнет. Нет, это даже плохо. Еще дорога, да, шатается. Нет, оно не
каждый раз. Сегодня я выиграл, да? Не знаю, я не а потом как-то вышло так. Вот особенно, когда легкая волна такая такая. Короче, у них плавать нет желания. Шестерку. Ну и нормально себя чувствовал. Папа пересел, да, за руль. Да-да-да. Так и кто наваливал, ты? Ты наваливал, Чана? Да он наваливал. Да тут скучно. Не смогу. Чем суть, короче, да, из дыма такого порядка. Нормально, я так вообще орала, пищала, глаза закрывала. Аккуратно, правильно. Да. Я думал, у меня 5 баллов. Я думала, он меня перевернет. Ну так.